Каждая пятая планета в нашей галактике Млечный Путь имеет нужный размер и необходимое расположение для наличия там воды, а значит и жизни. К такому выводу пришли ученые НАСА, исследовав системы, подобные нашей Солнечной. Это заключение было сделано на основе данных с космического телескопа Кеплер, которые собирали в течение 3 лет. Они показывают, что в нашей галактике находится не менее 8 миллиардов потенциально обитаемых планет. Это число значительно увеличивается, если учитывать также планеты, которые вращаются вокруг более холодных, чем наше Солнце, красных карликов. Такого типа звезды являются для Млечного Пути очень распространенными. Главной задачей телескопа было найти небольшие колебания света, исходящего от 150 тысяч звезд в созвездии Лебедя. После 34 месяцев исследований эксперты пришли к выводу, что 22% аналогичных Солнцу объектов имеют спутники, похожие на Землю, которые отдалены от этих звезд на нужное расстояние для наличия на планете воды. Напомним, телескоп Кеплер функционировал на земной орбите с 2009 по май 2013 года, после чего вышел из строя. За время своей работы он позволил собрать данные о более чем 3500 экзопланетах, а также выделить 104 кандидата, которые находятся на нужном расстоянии от своих звезд для существования на этих планетах жизни.